Американский авиационный стартап Jet Optera представил новый уникальный беспилотник вертикального взлета и посадки. Особенностью данной машины является полное отсутствие видимых лопастей и использование принципиально новой силовой установки, интегрированной с планером, которая захватывает окружающий воздух и направляет его на поверхности, генерируя подъемную силу. Конструкция двигательной установки Jet Optera основывается на принципе работы безлопастного вентилятора, разработанного компанией Dyson в 2009 году. Такой вентилятор все-таки имеет небольшой лопастной нагнетатель воздуха, встроенный в корпус прибора, но только для того, чтобы загонять первоначальный поток воздуха в кольцевой канал обдувателя. Скопившийся в канале воздух силой вырывается сквозь маленькую выходную щель, расположенную на узкой стороне кольца, в результате чего с его обратной более широкой стороны образуется область низкого давления. Благодаря этому аэродинамическому явлению кольцо безлопастного вентилятора само начинает затягивать окружающий воздух и выбрасывать его с обратной стороны. Объем выброшенного воздуха в 15 раз превышает первоначальный объем воздуха, поданный нагнетателем в канал. В силовой установке беспилотника Jet Optera в качестве нагнетателя использован жидкостный газогенератор, встроенный в корпус аппарата. Это проверенное и испытанное решение, однако технология Jet Optera не привязана к одному единственному источнику энергии. В качестве нагнетателя может вполне быть использован мощный электрический компрессор. Однако для того, чтобы обеспечить энергию в 100 кВт-часов, необходимую для разгона летательного аппарата, необходимо 26 кг реактивного топлива или 600 кг современных литий-ионных аккумуляторов. Если в будущем технология электрических батарей эволюционирует, она вполне может быть использована в проекте.